каждый вуз знаменит своими выпускниками. Физтех уже в послевоенное время, у нас два выпускника, Нобелевские лауреаты 2010 года за открытие графена. Это Андрей Гейм и Константин Новоселов. У нас много филдсовских лауреатов, это математическая премия. У нас много академиков, президент Академии наук, наш выпускник. Среди наших выпускников очень много предпринимателей технологических. Но наши выпускники еще занимают первое место по уровню зарплат после окончания. И значимая часть выпускников идет в IT-отрасль, и, соответственно, эти высокие зарплаты, они возникают вследствие их работы в IT-отрасли. Ну, известные российские IT-компании так или иначе пришли на физтех. Вот. Их привлекало прежде всего то, что вот у нас студенты старших курсов, они обучаются в организациях вот, высокотехнологичных. IT-компании, вот это как раз организации, как говорится, вне всякого сомнения, из этого ряда. Через какое-то время мы все поняли, и компании поняли, что этих наших студентов, и не только наших, их еще оптимально учить надо. И, так сказать, если компании начинают вкладываться в процесс образования здесь, а мы даем здесь им большую свободу делать так, как они считают вот, правильным, нужным, эффективным, то получается совсем другой результат. И вот то время, когда этот проект возник, это было уже то время, когда на физтехе все, так сказать, известнейшие вот компании IT, они присутствуют. Технотрек – это проект, который дает дополнительное образование в области IT. Сейчас действительно мобильные приложения – это революция, которая произошла там несколько лет назад всего. Мы это сами чувствуем. Вот мои технологии управления сильно поменялись за это время. Потому что появились мобильные приложения, ты все время на связи, решение принимается уже не так, как, например, раньше, существенно более быстро и эффективно, потому что так вот эти приложения, все связь, мы все, как говорится, находимся здесь, можем принимать решения. Что касается ребят более молодого поколения, социальные сети имеют колоссальное значение для них. Это тоже связано с использованием мобильных приложений. И то, что студенты физтеха могут параллельно получить еще эту дополнительную квалификацию, это практически очень важно для них, поэтому у них большой интерес к этим программам. И, в общем, это дает им, они приобретают больше компетенций. Это как раз то, что дает им возможность более эффективно как проводить научные исследования, так и работать в области IT-технологий. И вообще-то наши студенты, у нас нет такого, даже мы никогда и не обсуждаем трудности с трудоустройством, они просто как горячие пирожки разлетаются, да? И вот это именно поэтому. Потому что это новая, очень важная дополнительная квалификация. И подход, на мой взгляд, абсолютно правильный. И я думаю, что если как развитие этого проекта, то напрашивается, конечно, консолидация таких ведущих вузов в этой области. И мы могли бы это делать, на мой взгляд, более эффективно с компаниями Mail.ru. И очень, мне импонирует внимание этой компании к образовательному процессу. Ее, подходы, на мой взгляд, очень правильные и перспективные. И ведущие университеты по нашей отрасли.